Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы объявим победителей конкурса лайков. И мы возьмем вас с собой на озеро. Мы уже давно там не были, покажем, что мы там делаем. Мы будем встречать папу Лешу с работы, Вова будет чистить крышу, и в конце видео мы споем для вас песню. Оставайтесь с нами. Победителем конкурса лайков в этот раз у нас стало два человека – Дана Саган и Эл Урсаки. Их лайк был под номером 27. Мы вас поздравляем. Ждем ваш адрес на электронную почту, и мы вам вышлем открытку фотографии от нашей семьи, а также несколько наклеек. И мы благодарим всех, кто пришел на наш канал, кто участвует, задает вопросы, оставляет комментарии, ставит лайки и участвует в нашей жизни. А теперь поехали на озеро. Раньше мы на это озеро ездили намного чаще. И вот уже, наверное, 2 года здесь мы не были. В прошлом году мы вообще только купались в бассейне. А в этом году, думаем, надо уже точно поехать. Оно находится не сильно далеко от нас, поэтому мы сели в машину и поехали. А, потому что еще наш бассейн был сегодня закрыт, а на улице жарко. Здесь очень хороший парк, озеро, люди приезжают покупаться, отдохнуть, покушать, покататься на лодках. Вот, так что и мы выбрались, и сегодня покупаемся все. Дженнифер, куда мы приехали? Как называется? Озеро. Озеро. Ничего страшного. Привет, Кэти. Привет, Кэти. У тебя тоже? Можно, да. Мама. Ну, Вов, подожди, мы все вместе пойдем. Мы с Дженнифер купили вот такое вот ведро со всякими штучками. Мы идем туда, налево, в ту сторону. Yep. Вова, у нас мужчина с сумкой, с полотенцами. Мы взяли скутер с собой и большой этот плавательный матрас. Кэти, кони, едь, едь скорей. Этот парк, он... Сколько мы ехали сюда? Минут 20, наверное. Вот, здесь есть у нас другое озеро. Это озеро называется Камберленд. Мы идем. Девчонки уже разложили все. Да, мы пойдем с тобой дорогу делать в песке. Хорошо? И вот там лопатки бери. Кэти, а ты кого ловишь? Рыбу. Здесь очень красивые дома на берегу. Вот такие вот, наверное, здесь живут богатые люди. Раньше, когда к нам приезжали гости, это, наверное, было самое знаменательное место, куда мы возили всех наших гостей. Здесь можно и купаться, здесь есть столики, где можно покушать. И парк такой с качелями, где детки могут покачаться. Так, все, иди заходи в воду.
Вот, детки уже все купаются, но вода прохладненькая, потому что это озеро, это не бассейн вам тут. Я вот все решаю, идти купаться или нет. Дженнифер, а вода холодная была? Ага. Ну да, видите, они вот этот вот буёк, или как его назвать, понтун по-нашему, они его убрали, он стоял вон там, дальше, почти на середине, до него можно было доплывать и с него нырять. Вон там яхты катаются. Сейчас волны будут, Дженнифер. Вот эти люди, которые живут там на берегу, у них у многих яхты, понтуны, там катамараны. Вон там на понтунчике плывут. Все, если я пойду, то только с разбега. Кэти! Холодная вода? Чуть-чуть. Джинелл, холодная вода? Да-да-да-да-да-да-да-да. Идет, трясется. А, когда привыкаешь, тоже теплая. Ну, правильно. То холодно. Ну, ты так посиди, полежи на солнышке. Ох, все, я тоже искупалась. Холодно теперь. Пойду посмотрю, что там Дженнифер. Что там Дженнифер делает. Дженнифер! Так вот, у Дженнифер гагглс на голове. Дженни, кто это сделал? О, подожди, там тебя кусает сидит. Сиди. Это был horsefly. Это овод. А кто сделал такие большие castles? Вова сделал. Упс. Сегодня суббота, люди все пришли в парк. С семьями отдыхают. Вот там качели, можно качаться. Вот. Мой брат Миша, Надя, если вы помните эти качели, они к нам приезжали сюда, когда они еще не были женаты. Вот мы как раз в этом парке были, кушали, купались. Маргарита, а ты не замерзла еще? Лучше, чем бассейн? Да. Да? Ну. Девочки старшие взяли с собой мячик, но что-то не удалось там у них поиграть. Идут обратно, сейчас уже поедем домой. Красиво так. Все, накупались все, отдохнули все. Поедем сейчас домой же. Хочу вам сказать, что на канале «Папа и сын» на этой неделе выйдет следующее видео, как папа и сын катались на байдарке по реке. Поэтому, если вы еще не видели первую часть, пожалуйста, посетите их канал «Папа Алексей и сын Вова» и посмотрите первую часть видео. Там есть разные тоже розыгрыши, видео интересные. Ссылка будет под этим видео. Look at this. Едем прямо за Лешей, чтобы его забрать домой. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух паркуется там. Сейчас мы рядышком с ним запаркуемся. Молодец, как он ровненько встал. Ой, куда-то поехал. Нет, он назад. Он хочет поровнее встать. О. Но-но-но, Маргарита, не ходи. Привет, привет. Привет, привет.
Привет всем. И чистишься. А потом это все делаешь, да? Вот сынок, вот пока я на работе тружусь, он вместо хозяина дома. Он мужчина. И он молодец, он делает много вещей, там замок сделал. А сейчас он крышу чистит. Вот эта щетка, покажи щетку. Да, это щетка, он чистит этот мох сверху крыши. А потом водой, да, соль. Потом водой полоскаешь, да? Только аккуратненько не упади с ног, окей? Спасибо тебе. Настоящий помощник, сынок. А тебе не скользко там было? Босиком тебе не скользко, сынок? Может быть, это самое, тебе когда здесь, чтобы ты цеплялся ногами? Там нужно босиком. А, нужно? Изи. Специально нужно? Это изи. Ой. Я так каждую штучку тебе так делаю, да? А с чем это? Вода с чем это? Вода и белизна. Белизна? Какая-то штука. Спасибо тебе. Настоящий вот, друзья, растет помощник. Настоящий помощник. Мужчина должен уметь все, да, сынок? Да. В следующем видео мы расскажем и покажем вам, как мы делали покупки для следующего учебного года. Я думаю, вам всем будет интересно. А сейчас мы хотим с вами попрощаться, поставить песню, которую мы споем всей семьей. И приглашаем вас подписываться на наш канал. Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы и приходите к нам еще. До скорых встреч, до свидания. Благослови, благослови.